На пересечении улиц Пушкина и Ленина киоск, предлагающий гостям курорта всевозможные экскурсии, владелец установил посреди тротуара и загородил участникам дорожного движения обзор. Сотрудники госавтоинспекции заинтересовались странным объектом. Ввиду того, что данный объект находился на тротуаре, в треугольнике видимости создавал угрозу безопасности дорожного движения. Размещение его на перекрестке таким образом недопустимо. И в связи с тем, что за данное нарушение существует административное наказание, в рамках административного производства данный объект был изъят и приобщен к материалу для дальнейшего разбирательства. Киоск опечатан и вывезен эвакуатором на спецстоянку. За самовольную установку объекта штраф грозит не только физическим, но и юридическим лицам. Сумма штрафа немалая – от 5 до 300 тысяч рублей. Безопасность на дорогах курорта должна соблюдаться всеми, без исключения.